Нижегородской области талантливая и активная молодежь. Своими достижениями они решили поделиться с заместителем губернатора. Евгений Люлин не переставал удивляться. Совсем еще юные ребята умудряются заниматься настолько серьезными вещами. Например, Роман Копылов уже через год будет работать в Росатоме, а пока координирует строительные студенческие отряды в атомной отрасли. А мы уже в течение 5 лет трудимся на площадках госкорпорации «Росатом». Ни для кого не секрет, что госкорпорация сделала на опорные вузы, которым является наш технический университет. Наши ребята трудятся на строительных площадках федерального значения: Нововоронежская, Ростовская АЭС, Белорусская АЭС, промышленные объединения «Маяк». Особенно важно, что ребята думают не только о собственной карьере, а связывают свою деятельность с очень социально важными сферами. Например, Алла Телегаева уже ведет свою работу в городе Лысково. Мой проект направлен на реабилитацию и социализацию людей с ограниченными возможностями, которые реализуются в городе Лысково. То есть данный проект полностью направлен на работу с молодежью в возрасте от 16 до 35 лет. А уже на следующий год Алла Телегаева планирует расширить свою программу на всю Нижегородскую область. И в своем желании она не одинока. Все ребята сошлись во мнении, что продвигать и развивать хотят именно родной край. Я планирую остаться на нижегородской земле и развивать нижегородское здравоохранение. Я прикипела, наверное, к этому городу, к этой области. Мне здесь очень нравится. И есть академия, предоставляет очень широкую, обширную платформу, на которой можно развиваться. Словом, с такой молодежью будущее России действительно в надежных руках. Осталось только немного помочь им на первых порах, чем и займется правительство Нижегородской области.